Здравствуйте! Сейчас хочу поговорить о том, как размещать стаканчики с рассадой по отношению к солнечному свету. Некоторое время назад заметил, что когда всходит рассада, что помидоров, что перцев, что вот даже клубники, то она прежде всего выбрасывает семидольные листики перпендикулярно направлению солнечного света. Вот как сейчас, вот, например, размещены эти помидоры. То есть семидольные листики перпендикулярно к основному направлению солнечного света. И вот поскольку растения так предпочитают ориентироваться, когда переставляю рассаду, не хочу мешать растениям занимать именно такое место. При перестановке рассады с места на место стараюсь размещать вот ростки так, чтобы вот эти вот в данном случае семидольные листики стояли так, как они ориентированы после всходов. То есть, повторюсь, перпендикулярно направлению солнечного света. Ну, конечно, приходится иногда растения разворачивать на 180 градусов, поскольку солнышко мало, эта рассада ранняя, растет без подсветки и солнечного света не хватает, и иногда росточки начинают наклоняться в сторону света. В этом случае разворачиваю стаканчики на 180 градусов, но все-таки семидольные листики стараюсь ориентировать именно вот в таком направлении. То же самое происходит и с перцами. Вот и перцы при перестановке с места на место, а иногда приходится это делать тоже, вот их ориентирую таким способом. Когда ростки маленькие, им и так очень сложно расти, очень много различных факторов вредоносных на них влияет, и поэтому хотя бы им чуть-чуть помочь, вот такой вот ориентации по отношению к солнышку, это тоже большое дело. Они не будут тратить свои скромные и так в это время силы на то, чтобы бороться вот с этим, разворачиваться и так далее. А поэтому раз им так удобно, раз они так всходят, то стараюсь им в этом помогать. По крайней мере, мне кажется, это происходит именно так. Вот присмотритесь и давайте посоветуемся. И насколько это помогает растениям экономить силы, когда мы их не ставим как попало, а направляем по отношению к свету именно так. Я думаю, это никак лишним не будет. И вот росточки пока еще очень слабенькие, силы пусть экономят и направляют их на активный рост. Чем тратить свои силы попусту на развороты в том случае, если мы их неправильно ставим. Делать это очень просто, и я все-таки думаю, хоть небольшая польза для росточков от этого есть. Особенно, повторюсь, это важно, когда света недостаточно, и растениям важен каждый солнечный лучик. Так что мне очень интересно мнение других огородников по этому поводу, замечали ли вы что-нибудь подобное или нет. Но во всяком случае, я делаю в последнее время именно так. То есть ориентирую рассаду по отношению к солнышку именно вот следующим образом. И, по-моему, росточкам это нравится. Ну а в конце пожелаю всем самого доброго. До свидания.